Сейчас, дорогие друзья, мы встречаем главных свидетелей нашего вечера. Я попрошу всех встать, чтобы поприветствовать счастливую избранницу Александра в сопровождении папы Михаила Анатольевича, наша очаровательная невеста Евгения! Она настолько превосходна, что он может лишь сказать, что она для него единственная во всем этом мире. Одна и навсегда. Дорогая Евгения, я обещаю сделать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива и не пожалела о том, что ты стала моей женой.